Предстательная железа имеет, собственно говоря, морфологическое строение, представленное системой протоков. Протоки высланы клетками основными, это секреторные, базальные, среди них встречаются единичные нейроэндокринные, а также там могут быть метапластические процессы. И вот каждый из этих типов клеток может пролиферировать при тех или иных условиях. Но нас в первую очередь интересует пролиферация именно секреторных клеток, потому что именно из них развивается подавляющее большинство раков предстательной железы. Почти 100 лет назад Ортон впервые описал атипическую, как тогда называли, карциноидную гиперплазию предстательной железы. Почти через четверть века Эндрюс описал внутрипротоковые структуры, но представил это как предшественник аденокарциномы. В 60-е годы Макнил описал предлокачественный процесс, назвал это интрадуктальной дисплазией. Ну и как любую дисплазию разделили на 3 степени. А еще через четверть века Кови с авторами предложили такое понятие, как интрадуктальная или внутрипротоковая карцинома. А через год Макнил и Босвик описали, дали 3 характеристику для 3 степеней дисплазии. Но уже через год предложили термин ПИН, простатическая интраэпителиальная неоплазия, которую через 2 года стали делить уже не на 3 степени, а на 2. Вот с 1989 года делят на высокую и низкую степень. В 1996-м Макнил с авторами предложили первые диагностические критерии внутрипротокового рака, но они были настолько расплывчатые, что, собственно говоря, в 2012 году еще Босвик писал, отказывал в праве на существование термина интрадуктальная карцинома. Но в 2006 году Гопс-Эпштейном дали более четкие критерии интрадуктальной карциномы, и, как итог, через 10 лет она была официально включена в классификацию ВОЗ. Но при этом была четкая рекомендация не включать структуры интрадуктальной карциномы в сумму Глисона. Но вот наступил 22 год, почти год назад, декабрь 22 года, мы получили новое 5-е издание классификации, и что мы там видим? Что вопрос о включении интрадуктальной карциномы открыли, дали на откуп каждому морфологу, и появилась новая категория, типическая протоковая пролиферация. Ну вот давайте хоть немножко попробуем разобраться в этом 5-м издании и что это значит. Начнем с ПИН. Смотрите, ПИН, понятие о ПИН в 3-м издании, 16-й год, в 4-м издании, 16-й год. По представлениям 2016 года высокая ПИН – это предельный преинвазивный процесс. То есть следующее – это уже инвазивный рак. А теперь смотрим классификацию ВОЗ 5-е издание. ПИН, высокая ПИН – самый ранний предшественник рака. Знаете, это для предопухолевых процессов это 2 диаметрально противоположных категории. Она называется это все высокая ПИН, то есть наше понимание о ПИН полностью переворачивается. Если раньше ПИН делили по морфологическому строению на 4 типа: плоский, пучковидный, микропапиллярный и криброзный, то теперь любые криброзные структуры не могут быть ПИН. А интрадуктальная карцинома, что это? Собственно говоря, этот термин долгое время применялся для распространения по протокам самого разнообразного рака. Это мог быть и уротелиальный рак, и ацинарная аденокарцинома, и протоковая. Но это противоречило первичному такому определению интрадуктальной карциномы, потому что распространение именно ацинарной аденокарциномы по протокам и ацинусам считается и сейчас считается интрадуктальной карциномой. Ну и надо понимать, что все это время интрадуктальная карцинома, в том понимании, как мы понимаем ее сейчас, все время была включена в высокую ПИН. Также по своему значению и по происхождению ПИН интрадуктальную карциному делят на 2 большие группы. В подавляющем большинстве случаев она представляет собой позднюю стадию прогрессии рака предстательной железы и распространения инвазивного рака по протокам. И в этом же случае совершенно логично она связана с раком предстательной железы, с высокой суммой Глисона и распространенным раком. Но есть другой тип интродуктальной карциномы, который считается рак процессом предшественником инвазивного рака. Об этом свидетельствует случай, когда мы обнаруживаем интродуктальную карциному, но без инвазивного компонента, или мы видим внутрипротоковый рак, но при этом рак, который связан с ней инвазивный, имеет низкую сумму Глисона, 6. Вот коллеги изучали этот вопрос, и по их данным, не очень таким обширным, но тем не менее, вот такой тип внутрипротокового рака представляет собой менее 10%. И да, в этой вот группе, если сравнивать с интродуктальной карциномой, которая распространяется по протокам, то и в этих случаях ниже и частота рецидивов, и прогноз значительно лучше. Хотя данные их малы, и прослеженность не такая длительная. Давайте сравним ПИН и интродуктальную карциному в современном представлении, который уже целый год существует. Итак, ПИН. Средняя частота обнаружения около 9%, ну, до 16% биопсии. Как правило, процент выявления ПИН увеличивается с возрастом. Внутрипротоковый рак выявлен в 14% биопсий и в основном с наличием уже инвазивного рака, инвазивная цинарная аденокарцинома. А вот в материале радикальной простатектомии она выявляется чуть ли не в трети случаев. А непосредственно внутрипротоковый рак без инвазивного компонента случается очень редко, менее 1% случаев от всех биопсий. И ПИН, и интродуктальная карцинома локализуются в периферической зоне. ПИН, как правило, это случайная находка при биопсии, при подозрении на рак предстательной железы, и клинически сам по себе он не вызывает вообще никаких изменений. А вот интродуктальная карцинома, она ассоциирована с низкодифференцированным раком с высокой суммой Глисона, и поэтому у подавляющего большинства пациентов имеются симптомы, связанные непосредственно с инвазивным раком. ПИН в функционной биопсии – это предиктор инвазивной карциномы, сам по себе не требует терапии. Если это единичный очаг, то, собственно говоря, вероятность развития рака такая же, как и у пациентов без ПИН. Но наличие мультифокальной ПИН почти вдвое увеличивает риск развития рака у этого пациента. Поэтому только таким пациентам рекомендована повторная биопсия в течение года. А вот интродуктальная карцинома, понятно, что в большинстве случаев она уже сопровождается инвазивным раком. При этом это большой объем опухоли, это большая вероятность экстрапростатического распространения, в том числе инвазии в семенные пузырьки, это уже высокая вероятность наличия метастазов в лимфатические узлы, это высокая частота биохимического рецидива и низкая канцерспецифическая выживаемость. Ну вот, собственно говоря, уже представили морфологические критерии для дифференциальной диагностики между ними. Помимо каких-то морфологических признаков, которые, кстати, не настолько прям четкие и ясные, чтобы их можно было разделить, молекулярно-генетическое исследование тоже подтверждает различия между этими процессами. Так, вот в большинстве интродуктальных карцином имеется потеря ПТЕН, при ПИН она сохраняется, и слияние генов ERG тоже наблюдается при интродуктальной карциноме. В общем-то, при интродуктальной карциноме все те же молекулярные генетические нарушения, которые мы обнаруживаем при раке, инвазивном раке предстательной железы с высокой суммой Глисона. Итак, ПИН в понимании 2022 года. Пролиферация типичных секреторных клеток в протоках. Самый ранний гистологически распознаваемый предшественник инвазивной карциномы. Определение эндодуктальной карциномы. Опухолевая пролиферация эпителия в расширенных протоковацинарных структурах и характеризующейся архитектурной цитологической типерией, выходящей за рамки того, что приемлемо для ПИН. Ну, такие весьма расплывчатые определения. Но если мы понимаем, что ПИН не считается каким-то очень серьезным предшественником рака предстательной железы, то интрадуктальная карцинома – это очень серьезный процесс с неблагоприятным исходом для пациента. И расплывчатость критериев диагностики этих процессов. Поэтому наши коллеги пошли следующим путем. В случаях, когда невозможно однозначно отнести структуры к ПИН или к интрадуктальной карциноме, было предложен использовать термин атипичное криброзное внутрипротоковое поражение или атипическая протоковая пролиферация. Итак, мы помним, что криброзную ПИН больше не существует, а куда же девались вот эти криброзные структуры? Вот эти криброзные структуры, которые не дотягивают до интрадуктальной карциномы, и предложено называть атипической криброзной пролиферацией или атипической протоковой пролиферацией. Собственно говоря, вот и понимание того, что это такое. Четкие диагностические критерии. Существуют они или нет? Вот первый Марайс выдвинул какие-то критерии, я не буду вас утомлять их зачитыванием, но скажу только, что они тоже весьма расплывчаты. Вот попытались более четко детализировать эти диагностические критерии. Ну и по итогу что мы имеем? ПИН как самый ранний предшественник аденокарциномы, притом не очень серьезный. Атипическая и на противоположном конце это интрадуктальная карцинома или внутрипротоковый рак, который по сути является распространением уже инвазивного рака и в редких случаях очень тяжелым предшественником инвазивного рака. И между ними атипическая протоковая пролиферация, когда морфолог не может понять, что это ПИН или интрадуктальная карцинома. Ну, давайте посмотрим на клиническое значение вот этого атипическая протоковая пролиферация. Вот в одном исследовании включены 60 пациентов. В 35 случаях была выполнена повторная пункция и в одном случае радикальная простатектомия. В результате больше, чем в половине случаев, почти в половине случаев, выявлен рак предстательной железы, притом сумма Глисона была 7 и выше. Поэтому авторы рекомендуют при обнаружении атипической протоковой гиперплазии делать повторную пункцию. В другом исследовании авторы посмотрели, сравнили интрадуктальную карциному, атипическую протоковую пролиферацию и ПИН. Ну и оказалось, что рак при внутрипротоковом раке более агрессивен, чем при ПИН и чем при атипической протоковой пролиферации. А инвазивный рак у пациентов, у которых атипическая протоковая пролиферация, с более высокой суммой Глисона, чем при ПИН, большим объемом опухоли и более высокой стадии. Но частота биохимического рецидива выше, чем при ПИН, но при этом риск рецидива значительно ниже, чем при внутрипротоковой карциноме. И авторы опять-таки делают вывод, что при выявлении атипической протоковой пролиферации в материале трепанобиопсии без подтвержденного инвазивного рака следует делать повторную биопсию в течение 3 месяцев. Но вернемся опять к внутрипротоковой карциноме. Следующая проблема, которая стоит, это внутрипротоковый рак и сумма Глисона. Почему вопрос классификации ВОЗ 2022 года оказался открытым? Существует два очень известных международных сообщества. Это сообщество общества патологов генитоуринарного тракта и Международное общество уропатологов. Вот эти два общества не нашли консенсус. Единственный консенсус есть в том, что если интрадуктальная карцинома есть без инвазивного рака, то градировать ее не надо. Надо просто указать, что это внутрипротоковый рак. Есть полное согласие в том, что при выявлении структур внутрипротокового рака обязательно их указать в описательной части заключения. но включать их или не включать в сумму Глисона, эти два сообщества радикально разошлись. И каждый выдвинул свои какие-то объяснения и причины, почему они так считают. Но давайте мы не будем сейчас на них ориентироваться, а просто посмотрим. Вот это я привожу несколько статей, фотографии статей, которые посвящены сумме Глисона. Вот посмотрите вот эти вот структуры. Вот, например, у меня вызывают они сомнения. Видите, вот такие округлые. И вот эта структура вызывает сомнения. На самом деле это инвазивный рак. Следующая статья. Серьезные авторы, между прочим, всемирно признанные. Вот эта структура, да, инвазивный рак это или интродуктальная карцинома. Вот эти структуры обязательно бы сделать иммуногистохимию. Вот, пожалуйста, здесь автор сам Джонатан Эпштейн. Вот это классическая интродуктальная карцинома с комедонекрозом. Но она здесь приведена как градация 5 суммы Глисона. Поэтому этот вопрос совершенно не праздный. Вот посмотрим, это наш случай. Рак предстательной железы. Вот эти структуры. Это инвазивный рак или это интродуктальная карцинома? Вот это инвазивный рак. Вот это градация 4. Вот это крупные структуры. Если мы не будем обращать внимания, интродуктальный рак это или нет, это градация 4. И, собственно говоря, здесь будет сумма Глисона 4+3. Но если мы, вот мы сделали иммуногистохимию, и оказалось, что все эти структуры, вся основная масса опухоли – это внутрипротоковый рак. И таким образом, если мы не учитываем в сумме Глисона, сумма Глисона оказывается 3+3. А вот эти вот структуры – они просто уходят из градирования. Но классическое описание градации Глисона включает такие структуры. Я вам показала фотографии, где вот они просто вот в самых разных авторах, включая самого Дональда Глисона. Вот, пожалуйста, тоже такой же случай. Все эти структуры оказываются внутрипротоковым раком. Похожий случай. Тоже округлые структуры, очень похожие на внутрипротоковый рак. И вот посмотрите, все это инвазивный рак. Отсюда следует проблема дифференциальной диагностики. Что это за структуры? Инвазивный рак или внутрипротоковый? И в таком случае у нас получается, если мы выкидываем интродуктальную карциному из градирования, у нас в большом проценте случаев придется делать иммуногистохимическое исследование, а нужно ли оно нам. Об этом тоже надо подумать. Мы, собственно говоря, решили посмотреть, что творится у нас. На нашем материале мы посмотрели 378 заключений, из них выбрали 116 – это радикальные простатектомии, остальные – это биопсийный материал. Отобрали 32 случая с наличием внутрипротокового рака, из них 26 – это операционный материал. И оценили сумму Глисона с учетом внутрипротокового рака и без учета. Вот по результатам в 2 случаях из 32 поменялась сумма Глисона. С шестерки на семерку. Была 3+3, стала 3+4. В 10 случаях, то есть фактически это треть, сумма Глисона не поменялась, но изменилась градирующая группа. Сумма Глисона была 3+4, а стала 4+3. Ну, если мы посмотрим распределение по стадиям, ну, начнем с того, что мы разбили на 3 группы. Это общая когорта без интродуктальной карциномы. Это группа, где рак без внутрипротокового компонента, но с высокой суммой Глисона, чтобы сравнить группу с внутрипротоковым раком, потому что там изначально высокая сумма Глисона. Ну вот здесь, да, мы понимаем, что выборка у нас небольшая, мы только начали эту работу. Совершенно очевидно, видно, что здесь гораздо больше в группе с интродуктальной карциномой инвазии в семенные пузырьки и наличие метастазов в лимфатических узлах. Мы разбили на стадии ПТ2 и ПТ3А, как часто там встречаются метастазы. И тоже вот посмотрите, вот в этой группе в 17% ПТ2, 17% уже есть метастазы, ПТ3А 33%. Если посмотреть на протяженность и глубину стокостатического распространения, то здесь только вышло то, что протяженность гораздо выше, чем в других группах. И что интересно, локализация позитивного хирургического края. В группе с внутрипротоковым раком позитивный хирургический край значительно чаще был в любом месте, где угодно, но не в зоне верхушки. Мы все понимаем, что позитивный край верхушки, он не столь значим, как в других местах. Что еще интересно? Воспроизводимость этого диагноза. Притом это в лаборатории, где, в общем-то, патологоанатомы знают, что такое внутрипротоковый рак, и мы обращаем на это внимание. Так вот, из этих случаев, в половине случаев, о внутрипротоковом раке было написано, а в другой половине случаев, в 5 случаях, это треть, приняли его за ПИН, а в 11% случаев, в 11 случаях за инвазивный рак. С другой стороны, судить о воспроизводимости сейчас очень сложно, потому что изменились все настройки, изменились все представления с новой классификации, но мы, соответственно, оценивали, исходя из новых представлений. Итак, на операционном материале, по нашим данным, получается, что в каждом случае из 5 встречается структура интрадуктальной карциномы. В значимом количестве случаев меняется градирующая группа. Сумма Глисона меняется не так часто, а вот градирующая группа со 2 на 3 меняется часто. Но это еще не все проблемы. А есть другие процессы, которые симулируют как ПИН, так атипическую криброзную пролиферацию, так и внутрипротоковую карциному. Вот атипическая криброзная пролиферация, нет, это абсолютно доброкачественный процесс, криброзная гиперплазия. Ну, молодые морфологи могут купиться на это. Пролиферация базальных клеток может симулировать внутрипротоковый рак. А вот это, посмотрите, явно злокачественный процесс с наличием комедонекроза. Казалось бы, все, либо это сумма Глисона 10, либо это внутрипротоковый рак. Делаем иммуногистохимию, это, собственно говоря, редкий вариант, это низкодифференцированный плоскоклеточный рак. Тоже вот внутрипротоковый процесс, казалось бы, да, интрадуктальная карцинома, делаем иммуногистохимическое исследование, это распространение уротелиального рака по протокам. Ну вот, собственно говоря, список тех процессов, которые надо дифференцировать друг с другом. Но на этом я закончу, об этом можно говорить очень много, я постараюсь очень кратко. Основные проблемы – это дифференциальный диагноз между всеми этими категориями – ПИН, атипическая протоковая пролиферация и внутрипротоковый рак. Следующая проблема – это дифференциальный диагноз между внутрипротоковым раком и инвазивным раком. Он не всегда бывает простой. И главный процесс, вопрос, на который нам надо ответить – это стоит ли включать внутрипротоковый рак в сумму Глисона. Спасибо за внимание. Спасибо большое, многоуважаемая Нина Андреевна. Если позволите, только один вопрос. Очень сильно выбиваемся из графика, который пришел к нам онлайн. Скажите, какое-то из мировых сообществ учитывает ПИН, АПП или ИДК в своих клинических рекомендациях? Имеются ли конкретные рекомендации по наблюдению и лечению таких пациентов? Вот в том-то и дело. Это один из аргументов, почему включать или не включать в сумму Глисона внутрипротоковую пролиферацию, потому что нигде, ни в каких таблицах, нигде это не учитывается. А это признак такого неблагоприятного прогноза. Но и за этим вы считаете правильным, что эти данные теперь интерпретируются хотя бы в ISUP? Я имею в виду со сменой индекса Глисона или с прогностической группой? Смотрите, надо, собственно говоря, я призываю к тому, чтобы было какое-то единообразие. Вот по стране, хотя бы в одной стране. Потому что вот мы оценили, включили в сумму Глисона, пациент пошел в другое учреждение, там не включили в сумму Глисона. Поэтому либо об этом надо писать в морфологическом заключении, либо вот мы собрались своим сообществом и решили каждый на своем материале сделать примерно такую же работу, потом мы все это соберем вместе и посмотрим, что получилось. И дать какие-то свои рекомендации. Но в этом вы должны тоже участвовать, как самые главные бенефициары этого, как мы должны поступать, включать или не включать. Вот я считаю, что лучше включать, потому что это снимет очень большую головную боль с нас. Это не надо будет каждому пятому или каждому четвертому делать иммуногистохимическое исследование, сократит время до заключения, иначе вы получаете ответ. Вот для того, чтобы градировать, надо делать иммуногистохимическое исследование. И еще ждем какое-то время, пока там мы накапаем антитела, интерпретируем. Но это вот мое личное мнение. То есть я поддерживаю... Нина Андреевна, можно я вам помогу немножечко? Просто мы с Ниной Андреевной буквально там пару месяцев назад разговаривали как раз вот именно об этой проблеме. И, ну, очень большая подробная лекция, но я у нее в итоге спросил: Нина Андреевна, что это такое? И в итоге я пришел к мнению, что ПИН – это как было доброкачественное, так и осталось. И на данный момент это не требует, ну, мы знаем, что ПИН не повышает уровень маркера и никоим образом не требует какого-то дополнительного лечения. Просто мы имеем это в виду. Атипическая пролиферация – это неблагоприятный прогноз, но это тоже не является раком предстательной железы и никак не включается в сумму Глисона на сегодняшний день. Сумма Глисона – это то, чем должны руководствоваться при выборе тактики. Это то, что, на что мы единственное, что сейчас пока обращаем внимание. Что касается внутрипротоковой карциномы, то есть интердуктальной карциномы, это тот рак, который, ну вот эту работу, которую Нина Андреевна начала, по крайней мере, вот на нашем материале, в нашей клинике, и оценивает, насколько это повлияет на прогноз. Тем не менее, вот они даже меняют сумму Глисона, но опять же, обращаю внимание, они меняют сумму Глисона, то есть мы ориентируемся на сумму Глисона в заключении. Это первое и главное, что сейчас важно. А будет ли в итоге каким-то образом внутрипротоковая карцинома влиять на прогноз и какой-то дальнейший выбор тактики, это мы узнаем позже. Сейчас на данный момент этого нет. Правильно я говорю, Нина Андреевна? Ну, почти. Я хочу сказать, что вот когда Дональд Глисон предлагал свою систему, представления о интродуктальной карциноме не было вообще. И все вот эти структуры, они были включены изначально в сумму Глисона, то есть в характеристики градации. То есть мы испокон веков включаем их. То есть вот то, чтобы, то есть мы долгие годы их включали. Спасибо большое, Нина. Если мы начнем их выбрасывать, да, у многих пациентов не изменится ничего, сумма Глисона останется высокой, потому что рак, который сопровождается внутрипротоковым распространением, он изначально с высокой суммой Глисона, то есть не менее семерки, а там восьмерка и девятка. Но есть небольшая когорта пациентов, у которых это может сыграть вот такую, вот как я показала, то ли это 7, 4 плюс 3, то ли это 3 плюс 3. То есть первая градирующая группа или четвертая, третья градирующая группа. Даже не вторая, а третья. 4 плюс 3. Спасибо большое, Нина Андреевна, за интересный доклад, который нам расскажет о